Всем привет, меня зовут Анастасия Попова, и у нас с вами сегодня снова пилатес. Начинаем мы с разминки. Стопы ставим на ширине таза, на ширине шага. Большие пальцы пятки ставим параллельно друг другу. Делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Еще один вдох. Выдох. Делаем глубокий вдох и выдох, намасте. Направляем ладони вниз от головы. Начинаем скручиваться позвонок за позвонком вниз. Ниже, 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 ниже. И взяли себя за локти. Расслабили колени, расслабили стопы, поясницу, шею, плечи, руки. Покачались из стороны в сторону. Подышали. Глубокий вдох, глубокий выдох. Расцепляем руки, стопами толкаемся от пола, колени у нас расслаблены. Ставим сначала таз. И на таз составляем по одному позвонку. Вырастаем. Круг плечами назад. Вдох. Выдох. И еще один вдох. И выдох. Руки в стороны. Правую ладонь развернули к потолку. Левую ладонь также разворачиваем к потолку, но в плечевом суставе делаем круг. Потянулись за правой ладонью, поменяли круги, потянулись за левой ладонью. Таз оставили на месте, тянемся за ладонью, меняем круги. Хорошо, вот сюда еще дальше, 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 дальше тянемся. Представьте, что вам нужно что-то сорвать. Или что-то достать. Угу. Еще два. И еще один. Хорошо. Сбрасываем. Делаем вдох. И выдох. Еще один вдох. И выдох. Круг плечами назад. Раскрылись. Еще. Еще шесть. Пять. Четыре. Три. Два, один. И меняем направление. Круг плечами вперед. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Закрылись, открылись, прогнулись в грудной клетке. Закрылись, округлили спину. Выдох. Вдох, большими пальцами рук тянемся назад, округляемся, выдох, еще вдох, раскрываемся, тянем пальцы назад, выдох, закрываемся, вдох, выдох, еще два, еще один, и сцепляем ладони сзади в замок, протолкнули замок чуть ниже. Опустили плечи и голова. Посмотрели себе за плечо. За плечо. Еще по два, по одному разу. Вправо и влево. Хорошо. Остались голова в центре. Наклоны головы в сторону. И в сторону. Еще по одному. Плечи тянем вниз. Угу. Еще вдох. И выдох. И ладонями тянем вниз. Еще вдох. И выдох. Хорошо. Расцепляем руки. Наклон в правую сторону. Таз оставили на месте. И вернулись, выросли. Вниз. И вернулись, выросли. Еще. Таз не уводи в сторону. Наклон ниже. Еще ниже, 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 ниже. Угу. Еще. Хорошо. И снова сцепляем сзади руки. Берем себя прямо за локти. Хорошо. Стопы у нас остались. Делаем наклон вперед. Колени расслабляем. Вниз вдох, вверх выдох. Боком покажу. Я кручусь, просто показываю с боком. Угу. Вниз вдох и вверх выдох. Небольшой прогиб в пояснице. Стараемся не переразгибаться сильно, но спину держать прямой. Корпус уводим до параллели с полом. Угу.
И наверх выдох. Еще вдох. И наверх выдох. Еще один. Хорошо. Угу. Расцепили руки. Делаем вдох. И выдох. И еще вдох. Выдох. Угу. Руки вверх. И сбросили вниз. Угу. Еще вверх. И сбросили вниз. А теперь делаем наклон. Руки вверх. Сбрасываем вниз. Вырастаем наверх. Боком показываю. Делаем вдох. И выдох. Спину сохраняем прямой. Плечи убираем от ушей, шею утягиваем. Выдох наверх. Еще вдох. Выдох. Давай два раза. Колени расслабляй. Не блокируй, не выворачивай их в обратную сторону. Хорошо. Вдох. И выдох. Угу. Руки вверх. Локти в стороны. И плечи до параллели с полом. Наверх руки вдох. И вот сюда у нас выдох будет. Угу. Еще вдох. Выдох. Хорошо. И сзади лопатки постарайся как будто соединить. Выдох. Угу. И руки вот прям чуть-чуть за себя уводи. Хорошо. Еще вдох. Выдох. Угу. Еще один. Хорошо. И что мы сейчас будем делать? Мы будем делать наклон. Руки вперед. Здесь мы выучили. Тяни локти до параллели с полом, лопатки вверх, большими пальцами вверх, вперед и сбросили. Угу. Еще давай, вот сюда, 4 у нас будет счета, 3, сюда 2 и сбрасываем 1. Еще, 4, 3, 2, вернулись, передом покажу, 4, 3, 2, 1, давай еще раз, 4, прям лопатки собирай вместе, умничка, хорошо, и делаем вдох, намасте, выдох, с круглой спиной опускаемся вниз, позвонок за позвонком, берем себя за локти и расслабляемся, покачались из стороны в сторону, глубокий вдох и глубокий выдох, хорошо, ты молодец. Расцепляем руки, стопами толкаемся от пола, колени расслаблены, стоим таз на таз, составляем по одному позвонку и вырастаем. Вдох. Бросили. Выдох. Еще вдох. И выдох. Хорошо. А теперь у нас приседание. Стопы сохраняем параллельно, колени параллельно, не сводим, не разводим. Делаем вдох, потянись ко мне руками и сбрасываем. Выдох. Еще вдох, спина прямая. И выдох, снова боком показываю. Бедро до параллели с полом. Вдох. И выдох. Еще 3. Умничка, молодец. Давай. Еще 2. Хорошо. Еще 1. И выдох наверх. А теперь руки вверх. Сбрасывай правую. И следи за рукой. Угу. Верни руку. Сбрасывай левую. Следи за рукой. Вернули и сбросили. Покажу боком. Руки вверх. Вместе со мной делаем. Правая. Следим за рукой. Вернулись. Левая. Следим за рукой. Вернулись и сбросили. Давай еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И сбросили. Выдох. Еще раз дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох и сбросили выдох. А теперь все это сделаем вместе с приседаниями. Поехали. Вдох, правая, выдох, вдох, левая, выдох, вдох и выросли. Выдох. 4 раза. Давай со мной вместе. Вдох, выдох, дыши. Тебе будет легче, если ты будешь дышать. Показывай боком. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох и вернулись. Выдох. Давай еще раз. 4, 3, 2. Что-то не то пошло со счетом. Давай еще вместе. Давай. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох и выдох. Молодец. Руки в намасте. Опускаемся вниз.
Берем себя за локти, расслабились, покачались, подышали. Глубокий вдох, глубокий выдох. Вырастаем с круглой спиной. И делаем вдох, потянулись. И выдох. Руки можно убрать на талию. Правая стопа на носок, пятку поставили. Левая носок, пятку поставили. Еще подталкиваем таз как будто вперед. Угу. И поставили ногу на носок, поставили. Вперед. И поставили. Руки можно оставить здесь, я просто показываю. Вперед. И вот сюда. Еще. Прогибаемся, делаем вдох. И слегка уходим вперед, выдох. Еще вдох. И выдох. Поехали с рукой. Правая рука, вдох. Сбросили, выдох. Колени прямые. Но внизу колени не блокируй, не выворачивай их обратно. Расслабляй. Давай еще. Четыре. И сбрось. Еще три. Сбрось. Два. Вот сюда. Один. И сбросили. Хорошо. Вырастаем вдох. И сбрасываем выдох. Еще один. Вдох. Выдох. Руки вверх. Колено вверх. Опустили. Давай левая. Вверх. И сброс. Угу. Еще. Правая. И сбросили. Левая. Молодец. Хорошо. Давай правая. Руки в сторону. Да, руки в сторону, колено в сторону. Через препятствие вернули обратно. Еще. Вдох, в сторону, выдох, через препятствие. И вернулись. Нога, нога, нога идет у нас через препятствие. Угу. Через препятствие мы его возвращаем. Еще. В сторону. Вот сюда. И сбросили. Давай еще два. Сюда. Угу. Сюда. Стоять. Хорошо. Еще один. Сюда. Угу. Сюда. И вернулись. Делаем вдох. Руки в намасте. Выдох. Стопы широко. Угу. И пятки направляем внутрь. Носки в диагональ. Опускаемся вниз. Приседание плие. И разводим локтями бедра в сторону. Хорошо. Опускаем руки вниз. Оставили таз. Делаем вдох. Вниз, выдох. Еще вдох с рукой вместе. Таз внизу. Я вижу все. Вдох. Выдох. Три раза. Вдох. Выдох. Еще два. Давай, 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 давай. Угу. Еще один. Хорошо. Поставили стопы параллельно друг другу. Колени прямые. И расслабились здесь. Повисели. Покачались из стороны в сторону. Подышали. Глубокий вдох и глубокий выдох. Расцепляй руки, ставь ладони. Напоминаю, что можно что-нибудь, какую-то возвышенность устойчивую себе поставить. И поставить ладони на эту возвышенность. Сгибай правое колено и сгибай левое. Стопы параллельны друг другу. Угу. Хорошо. Мне нужно, чтобы здесь была прямая спина. Поэтому, если есть возможность, приобретите блоки для йоги. Они очень сильно помогают. На любую высоту поставили. И очень сильно они спасут вот в таких упражнениях. Угу. Правое колено согнули. Развернули. Стопы у нас на ширине шага. Таз опустили вниз. Стопа, пятка у нас находится под коленом. Угу. Таз ниже. Хорошо. Выпрямили переднее колено и стопа на себя. Четыре. А теперь попробуй спину выпрями. Вот сюда. Три. Два. Один. Ставь стопу. Согни колено. Давай разворачивайся лицом ко мне. И меняй колено. Левое согнули. Ушли вот сюда. Таз опустили вниз. Пятка у нас находится под коленом. Угу. Таз ниже. Выпрямляем переднее колено и стопу на себя. Стоим 4, спина прямая. Еще 3, 2, 1. Стопу поставили,
Колено согнули. Развернулись вперед. Ушли руками вперед. Толкнули таз назад. Спина прямая. Прогнулись. Еще дышим. Глубокий вдох. Глубокий выдох. 4, 3, 2, 1. Аккуратно собираем ладони. Собираем в центр стопы. Ставим крепко и вырастаем позвонок за позвонком. Таз на таз по одному позвонку. Делаем глубокий вдох. И глубокий выдох. Еще один, давай. Вдох. И выдох. Молодчинка. Ну что, планочки поделаем. Планочки, планочки. Угу. Встаем на край коврика. Будем шагать руками вперед. Округляемся от головы. Угу. Позвонок за позвонком. Опускаемся вниз. Колени расслаблены. Касаемся руками пола. И идем в планку. Шагай, 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 шагай. Останемся здесь. Ладони у нас находятся под плечами. Копчик направляем в пол. Угу. И дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. 4, 3, 2, 1. Кладем колени. Таз на пятки. Расслабились. Сделали вдох. И на выдохе толкаем себя вперед. Ставим стопы на носки. И поднимаем корпус вверх. Копчик направляем в пол. Дышим. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще 4, 3, 2, 1. Колени опустили. Таз на пятки. Отдыхаем. Глубокий вдох. И глубокий выдох. Давай снова планка. Угу. Поставили стопы на носки. Подняли колени. А когда мы уходили назад, ладони не убирай. А, так, копчик вниз направь. Угу. Ладони не убираем назад. Ага. Чтобы они у нас остались на месте. Снова кладем колени. Вот. И ладони, видишь, остались у нас на месте. Вот здесь расслабились, сделали вдох. И снова вперед. Выдох. Спина круглая. Угу. Стопы поставили на ширину таза. И подняли колени. Копчик направили в пол. Зажали ягодицы. Живот в себя втянули. Угу. Дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. 4, 3, 2, 1. Колени положили. Таз на пятки. Отдыхаем. Глубокий вдох, глубокий выдох. Подыши. Расслабь запястье. Еще 4. Еще 3. Еще 2. Молодец. 1. Аккуратно. Вырастаем. Угу. И что мы сейчас делаем? Встаем лицом ко мне на колени. Вот у нас колени на ширине таза. Угу. Примерно у нас сколько? Ну, вот у меня один кулак помещается сюда. Вот на этой же ширине у нас должна остаться пятка с коленом вместе. Угу. Поставили стопу вперед, руки убрали, толкнули таз вперед и согнули ногу в колени. Вот когда ушли вперед, проверьте, чтобы у вас пятка и колено находились на одной линии. Как всегда, покажу боком. Угу. Вот сюда мы ушли. Вот у нас пятка, колено, одна линия. Спина прямая. Толкай себя наверх ногой. Ногой выталкивай. Угу. Вниз вдох. Просел таз вниз, опустили. Угу. И толкай ногой. Выдох. Еще вдох. Выдох. Ага. И выдох. Еще вниз. Угу. Хорошо. Руки за голову. Опускаемся вниз. Вдох. И вверх. Выдох. Еще вдох. Просели таз вниз. Выдох. Угу. Еще один. А теперь нашли у себя левый локоть. Направляем. А также у нас сгибаем колено, таз опускаем вниз и локоть направляем к стопе. Делаем вдох, толкаем себя ногой наверх, выдох. Угу. Еще вниз, вдох и выдох.
Еще, 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 еще. Что делаем? Что мы делаем? Отвечаем быстренько. Так, так, так. Давай, 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 делай, делай, делай. Еще, 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 еще. Давай, 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 давай. Еще два раза давай. Я пошла записывать тоже. Давай. Что будешь писать? Падаю. Ага. Молодец, получилось? Или Катя нас отвлекла? Так, сбрасываем. Давайте делаем вдох. И делаем выдох. Ставим вперед левую ногу. Мы ногу поменяли. Протолкнули себя, таз опустили вниз. И проверили, что пятка у нас находится под коленом. Вот сюда. Выталкиваем себя наверх ногой. Руки убрали. Вниз. И выдох. Ногой толкаем себя. Вниз. Вдох. И выдох. Хорошо. Давай еще. Еще три. Еще два. Один. Хорошо. И руки за голову. Вниз. Нашли у себя. Так, у нас левая нога, правый локоть. Ага, уходим вниз. И тянемся локтем к стопе. Толкай себя наверх. Выдох. Еще вниз. Вдох. Просели вниз. И выдох. У нас не вот это движение, да? У нас колено продолжает работать, таз опускается. И выталкиваем себя наверх. Еще просели. Вытолкнули. Давай еще два. Нет, три давай. По-моему, три нам нужно. Давай еще два. Лишний раз не помешает. Ага. Еще один. Вдох. И выдох. Хорошо. Убираем ногу. И снова у нас правая нога. Поставили. Отшагнули в сторону. Нашли у себя примерно край коврика. У нас пятка, колено находятся на одной линии. Корпус мы разворачиваем вот сюда. Левая нога к левой ноге. Снова таз опустили вниз. И проверили, пятка у нас находится, колено на одной линии. Вырастаем, выталкиваем себя рукой. Давай вниз, вдох. И вверх, выдох. Не разворачивайся к ноге. Разворачивайся к левой ноге. К левой ноге сколько тебе угодно. Давай еще вдох. Выдох. Еще четыре. Еще три. Молодец. Два. Хорошо. Один таз вниз. Хорошо. Теперь правую руку положили на левые ребра. Наклон вниз и заправляем плечо во внутреннюю часть колена. Вот сюда, перед коленом. Вырастаем, выталкиваем себя наверх ногой. Давай еще вниз. Вдох. И вверх, выдох. Еще вдох. Выдох. Хорошо. Еще. Еще два. Молодец. Еще один. Вытолкнули себя. И левой рукой встаем на одну линию. С коленом и с нашей пяткой. Правая рука у нас наверх. Толкни таз слегка вперед. Ага, вот здесь мы оказались. Вытянись от ладони, от правой ладони до правой стопы. Одна прямая линия. Плечи вниз тянем. Шея, подбородок свободные. Дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Еще вдох. И выдох. Посмотри в потолок. Убери руку назад, большим пальцем тянись назад. И закрывай грудную клетку. Разворачивай грудную клетку к полу. И рукой тянись диагональ. Еще давай. Вдох. Раскрылись. Выдох. Закрылись. Еще вдох. Ой-ой-ой. Хорошо-то как. Выдох. Еще два. Вот сюда. Еще один вдох и выдох. Хорошо. Убирай руку за голову.
И теперь правой ногой вверх. Хорошо. Локоть направляй в потолок. Плечи убирай вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Еще три. Угу. Два. Не пинайся. Контролируй движение. Один. Хорошо. А теперь стопа у нас параллельно полу. Отвели назад. Стопа прямая. Стопа на себя. Ведем ногу вперед. Давай покажу боком. Угу. Стопа назад. Нога назад, стопа назад. Стопа на себя. Нога вперед. Выдох. Еще вот сюда. Вдох. И вот сюда. Выдох. Вдох. Выдох. Умничка. Вдох. Выдох. И последний раз. Угу. И вот сюда. Хорошо. Остались. Сейчас я перейду к вам. Угу. И руками переступаем вот сюда. У нас ладони находятся под тазом. Стопа у нас стоит. Стопа, пятка и колено примерно на одной линии. Угу. Руки у нас впереди. Толкай себя вперед. Угу. И толкай себя назад. Голень, вот эта голень, параллельно узким краям коврика. Угу. Еще вперед. И назад. Давай еще два. Угу. Еще один. И назад. Хорошо. Остались здесь. Положили локти на пол. Угу. Так, часы. И толкай снова таз вперед. И назад. Стопа у нас еще пока лежит на полу. Сейчас мы ей тоже поработаем. Угу. И назад таз. Еще один. Здравствуйте. Здравствуйте. Я здесь технику. Показали мне вот это, что оторвался. Угу. Хорошо. Так, только не шумите, пожалуйста, у меня запись. Это сегодня у нас много гостей. Я вот это спрячу сюда. Вы мне мешаете, у меня запись идет. Все, извиняюсь. Ага. Я через 15 минут освобожусь. Хорошо. Остались здесь. Что-то сегодня у нас многолюдно. Катя, не считается? Так. Собрались. Остались здесь. И сейчас поработаем с вами стопой. Стопу разворачиваем в потолок. Угу. И ставим на ребро. Потолок на ребро. Аккуратно. Здесь не должно быть никаких болевых ощущений. Угу. И тазом стараемся не двигать. Стараемся вот в этом неудобном положении двигать только тазобедренным суставом. Стопу направляем в потолок и ставим на ребро. Угу. Еще в потолок. На ребро. Да, все правильно. Поставили и в потолок. Хорошо. Аккуратно поставили стопу и собираем к себе. Собираем. Угу. Колени вместе. Таз поставили, посадили на пятки. И смещаемся в сторону. И в сторону. Угу. Еще в сторону. И в сторону. Хорошо. Вырастаем снова на колени. Угу. Кому колено больно, подверните коврик несколько раз. Угу. Я уже привычная. Раньше мне тоже было больно. Ага. Ставим стопу, пятку на одну линию и направляем стопу в диагональ. Напоминаю, корпус мы разворачиваем вот к этой, к опорной ноге. Опустились вниз и проверили, находится ли у нас пятка под стопой. Корпус вот сюда разворачиваем, вот сюда, вправо, вправо. Ага, вниз, вдох. И толкаем себя наверх, выдох. Еще вдох. Выдох. Угу. Угу. Голень параллельно маленьким краем коврика. Не разворачивайся к левой ноге, разворачивайся к правой. Вот сюда. Ага. Давай еще два. Вниз вдох, толкай себя наверх ногой. Выдох. Угу. Еще вдох. Выталкивай себя. Выдох. Хорошо. Положили левую руку на правые ребра. Заправляем плечо во внутреннюю часть колена. Делаем наклон. Также уходим с ногой вниз. Вдох. И выталкиваем себя наверх. Выдох. Еще вдох. Выдох. Угу. Хорошо. Толкай себя наверх. Угу.
Еще три. Умничка, молодец. Еще два. Вот сюда. Еще один. И вытолкнули себя. Правая рука у нас стоит на одной линию с коленом, с пяткой. И вот сюда вытянулись. От левой ладони до левой стопы у нас одна прямая линия. Ну, или такая небольшая закругленная линия, скобочка. Ну, очень маленькая. Угу. Толкни таз вперед. Вот сюда. Хорошо, плечи убери вниз. Освободи подбородок. Шея свободная. Еще 4, 3, 2, 1. Посмотри в потолок. Большим пальцем потянись назад. И вот сюда закрывайся грудной клеткой вниз в пол. И рука у нас тянется в диагональ. Еще раз крыли, сделали вдох. Выглянули из-под руки. И выдох, закрылись рукой, потянулись далеко. Шея длинная. Плечи не втягиваем. Голову не втягиваем в плечи. Ага, давай еще два раза. Вдох. Выдох. Угу. Еще один. Вдох. И выдох. Клади ладонь на пол. И вот сюда пойдем. Пойдем. Угу. Так, у нас... Ага. У нас колено, пятка на одной линии. Толкни себя вперед. Делаешь вдох и назад выдох. Угу. Можешь по-другому дышать, как угодно. Только дыши. Не задерживай дыхание. Угу. Хорошо. Стопу пока постарайся прижимать к полу. Угу. Ну, не получается. Просится наверх. Пожалуйста. Можно развернуть вот сюда. Угу. Ну, пока попробуем так поработать. Хорошо. И ставим ладони на локти. Уходим вниз. Снова таз толкнули вперед и назад. Еще вперед. Назад. Угу. Еще два. Хорошо. Еще один. И назад. Ага. И теперь у нас колено, пятка, таз на одной линии. И работаем стопой. Разворачиваем ее к потолку и стараемся снова поставить. Ага. На пятки мы работаем. Развернулись и поставили. Минимизируем движение тазом. Стараемся работать только тазобедренным суставом. Ага. Сюда. 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 Давай еще два раза. Угу. И поставили. Еще один. И поставили. Поставили стопу и собираем. Еще. И колени вместе. Угу. Посадили таз на пятки. Сместились вправо. Сместились влево. Угу. Еще вправо. Угу. И еще влево. А теперь тянемся руками вперед. Таз у нас остался на пятках. Потянись вперед. Угу. Руки поставь на правую сторону. Таз смести влево. И потянись в левые ребра. Меняем. Ладони на левую сторону, таз тянем в правую сторону. Тянемся в правые ребра. Хорошо. Вернулись в центр. Угу. И давай сделаем две волны. Руки у нас впереди. Округляем спину. Вырастаем. Сначала опускаем таз. Волна по позвоночнику. И раскрываемся. Плечи убираем от ушей. Макушкой тянемся в угол потолка. Вдох, на выдохе киваем головой, округляем спину, таз на пятки. Два таких раза еще, вдох и выдох, округляемся, раскрываемся, угу. Делаем вдох, на выдохе уходим обратно. Хорошо, и еще один, вдох и выдох, раскрываемся, угу. Вдох. И выдох, закрываемся. Хорошо. Чуть-чуть поработаем еще руками. Отжимашки. Да, вот такая я противная. На каждом занятии отжимания. Да сколько же можно? Шагаем руками вперед. Таз выводим
Вот сюда, в планку на коленях. Проверьте, ладони должны быть у вас под плечами. Копчик убираем вниз, направляем в пол. Зажимаем ягодицы, живот в себя. Три вдоха вниз, выдох вверх. 10 раз. Поехали. Вдох, вдох, вдох. Выдох. Вдох, вдох, вдох. Выдох. Еще вдох, вдох, вдох. Выдох. Вдох, вдох, вдох. Выдох. Давай еще. Угу. 4 раза. Еще. Давай, осталось всего 2. Вдох, вдох, вдох. Выдох. Давай последний. Вдох, вдох, вдох. Выдох. Если регулярно это делать, то со временем будет легче. Спорим? Спорим? Давай поспорим. Давай поспорим. Угу. Угу. Отдыхаем. Глубокий вдох, глубокий выдох. Убрали напряжение с запястья и подышали. Глубокий вдох и глубокий выдох. Аккуратно вырастаем. Угу. Еще одно упражнение в положении квадрат. Сбросили напряжение запястья, да? Вот можно вывернуть так руки. Угу. И снова встаем в положении квадрат. И колени у нас вместе, стопы у нас вместе. Покажу передом. Угу. Вот. Вот наше положение. Ладони находятся под плечами. Что мы делаем? Поднимаем колени. Опускаем вниз. Высоко не поднимаем. Вот это не делаем. Нет, у нас не такое упражнение. Подняли на 5 сантиметров, не больше. Выдох. Вдох. И дави коленом на колено. Давай. Выдох. Вдох. Выдох. Дави коленом на колено. Вдох. Еще 5. Вернулись. 4. Давай, давай. 3. Давай, я за тебя буду кряхтеть. Еще 2. Угу. Еще 1. Молодец. Все, отдыхаем. Глубокий вдох, глубокий выдох. Подыши. Расслабься. И садимся. Садимся. Ягодицы, стопы у нас стоят, напоминаю, параллельно друг другу. Стопы параллельно колени. Не разводим, не сводим. Вот, зафиксировались. Руки вперед. Потянулись, округлились в грудном отделе. Представьте, что я вас тяну за руки, а вы сопротивляетесь плечами и плечи тянете назад. Вытягиваете шею. Шея длинная, длинная. Делаем вдох и на выдохе откатываемся назад. Позвонок за позвонком. Опускаемся вниз, 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 вниз. Хорошо. Раскрыли, сделали вдох. Руки вверх. Округляемся от головы. И поехали наверх, 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 наверх. Тянись. Давай еще. Округляемся. Плечи тяни вниз, шея длинная, длинная. Позвонок за позвонком. Раскрылись, вдох, руки перед собой, выдох, округляемся, тянемся, тянемся, тянись, 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 давай, я болел за тебя, вдох, выдох, спина круглая, еще 2 раза, вниз, 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 раскрылись, делаем вдох, руки перед собой и на выдохе округляйся, вырастай, 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 вот сюда. Хорошо. Еще один. Округляемся. Низ, 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 низ. Давай, 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 давай. Хорошо. Делаем вдох. Руки. Округляемся от головы и на выдохе поднимаемся вот сюда. Опустись вниз. Округли спину. От макушки до копчика русская буква «С». Круглая. Спина круглая. Просто подыши. Глубокий вдох и глубокий выдох. Расслабься. Вдох, вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох. Прочувствуй дыхание, как у тебя ребра раскрываются в стороны. Угу. Закрываются, собираются как бы к центру. Еще широко вдох и выдох. Закрывается. Угу. Еще вдох. И выдох. Сдуваемся. Хорошо. Угу. И давай. Расслабим спину.
Нам нужно сделать очень круглую спину. Снова у нас русская буква S от макушки до копчика. Уходим назад, мячик у нас. Угу. Делаем вдох и наверх выдох. Садимся. А на шею не закатываемся. Вот нижний край лопаток у нас остается на полу. Давай, вдох, выдох. Угу. Еще вдох, выдох. И последний раз. Убирая плечи вниз, выдох. Хорошо, разворачивайся лицом ко мне. Угу. Ноги прямые, стопы на себе. Пятками ко мне. Хорошо, стопы на ширине таза. И здесь у нас, если у нас спина прямая, показываю боком. Если спина прямая с прямыми ногами, оставляем ноги прямыми. Если у нас спина вот такая, мы чувствуем, что мы не можем разогнуться. Вот сюда поставили стопы, выпрямили спину. Угу. Если и здесь снова у нас спина округляется, снова про блоки для йоги. Я ничего не рекламирую, правда. Я не говорю вам, сходите в тот-то магазин. Но они вам очень сильно будут помогать. Просто на них можно сесть и выпрямить спину. Здесь мне нужна от вас прямая спина. Итак, ноги либо прямые, либо стоят, либо вы еще сидите чуть повыше. Кстати, если блоков нету, можно хотя бы сесть на какую-то прямую поверхность чуть повыше, даже на стул, например. Руки в стороны, опустили плечи вниз, грудью потянулись вперед, подбородок параллельно полу. Стопы натянули на себя, у кого ноги прямые. Делаем вдох и выдох, выдох. Угу. Вдох, другая сторона. Еще. Угу. Выдох, выдох. Четыре. Угу. Три. Два. Один. Хорошо. Собираем ноги в крест. Положи руки на колени. Округлись спиной и потянись лопатками назад. Вырастаем. Делаем вдох. Спина прямая. Округляемся. Выдох. Тянемся лопатками назад. Хорошо. Правую ладонь кладем на линию таза. Закрываем себя левой рукой и правой рукой отталкиваемся от пола, стараясь коврик как будто продвинуть вон туда, подальше вперед. Ага, убираем плечи вниз, грудью тянемся вперед, подбородок, шея свободная. Хорошо. Закрываемся, ладони рядом с коленом. Оттолкнись, округли спину и тяни пол к себе, старайся ягодицы, чтобы лежали на полу. Угу. Еще оттолкнись, выдох, тяни пол к себе, вдох, спина прямая. Хорошо, аккуратно поставили ладони вперед и снова здесь постарались подтянуть пол к себе, просто выпрямили спину. Хорошо, расслабили спину, округлили, поменяли скрещение ног, ладони на колени, потянись лопатками назад, расслабься. И вырасти, спина прямая, вдох, округлись, лопатками назад тянись, выдох, хорошо, спина прямая, вдох, левая, угадала, ставим левую руку на линию, на одну линию с таза, вот сюда наклон, проталкивай левой рукой коврик как будто вперед, правой накрывай себя еще больше, ребра с правой стороны вот здесь у нас закручиваются еще сильнее. Плечи вниз, грудью вперед, подбородок свободен. Ага, глубокий вдох и глубокий выдох. Закрывайся, вот сюда руки ставь, колену. Угу. Отталкивай пол от себя и тяни пол к себе. Спина прямая, тянем, делаем вдох, отталкиваем, спина круглая, выдох. Давай еще один раз, вдох и выдох. Хорошо, переводим руки вот сюда вперед. Угу. И выпрямили спину. Если не дотягиваемся до пола здесь, руки на колени. И спина прямая. Делаем глубокий вдох. И выдох. Намасте. Угу. Чуть опустили вниз. Ладонями надавили слегка ладонью на ладонь. И грудь подтянули к ладоням вперед. Небольшой прогиб в пояснице. Подбородок параллельно полу. Ну не вперед, вот сюда. Шея у нас свободная. Угу.
Так, и что мы сейчас делаем? Мы себе аплодируем. Какие мы большие молодцы. Можно даже погладить себя. Погладить, погладить, погладить. Мы молодцы. С чем нас и поздравляю. Всем большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока.